Всем, друзья, привет! Сегодня на ужин я делаю сердце как начинку. Ну вот есть такое понятие, такой рецепт мясо по-французски. То есть не мясо по-французски, а заполняют фаршем вареным, как блинчики, да, гарниры. То есть это каши, макароны, по-флотски. Я сказала по-французски. Вот у меня здесь бульон сваренное, сердце, да. И я буду перекручивать его. Вот, я на кусочки порезала. Буду вручную перекручивать сейчас. У нас на улице холодно, мороз, поэтому и воды у меня нет, поэтому у меня условия походные. Домик старенький, выдувает все, топлю каждый день, ношу дрова, но очень быстро все простывает, потому что мы в этом году потолок сделали, уже стало чуть-чуть теплее, и зима, ну то есть передавали будет мягкая, вот и сейчас даже... В прошлом году уже в это время были морозы минус 5. Но, слава богу, в этом году я могу дольше, то есть не на долго уезжать в город. Я бы здесь вообще жила все время, не уезжая, но здесь нет условий. Здесь нет бани, здесь нет душа, здесь нет горячей воды пока. Мы все это хотим сделать, благоустроить все, но пока нету средств. Мы купили второй участок, если кто знает, кто постоянно смотрит мои видео. Поэтому на благоустройство этого основного дома денег не осталось. Так, вот я это перекручу. Угол, гнить. Угол дома что? Надо зашьешь? Угол дома обшить, да. Там, где горело? Да. А ты его не будешь шлифовать? Не надо, я его сейчас зашью пока. И все, все равно мы его потом будем делать. Так будет же, наверное, запах этого горелого. Ну, как шлифовать этот длительный стол? Надо загореть, чтобы не гнило. А там оно обгоревшее, оно гнить не будет, нормально. Да. Ну, ты хорошие доски взял, если мы их потом будем снимать. Что хорошее? Ну, надо хорошие доски. Ну, плохих есть там, но... Сейчас, ну, если... Сначала я на это, ладно, я потом зашью его. Надо сначала мне тогда это... Буду делать крышу. Сейчас на крышу. Так, еще раз перемеру и пойду. 1,86 м, по-моему, длина.
что немножко не в ту сторону, да? Да. Полчаса работы, но это ж не просто полчаса, это же столько усилий. Ну да, бывают промашки. Сделала два яйца, потому что с одним яйцом выделилось много жидкости. Мне жидкость не нужна. Мне нужно, чтобы этот фарш, он слегка подзастыл. То есть он, когда станет холодным, он подзастынет. Я выниму лавровый лист, потому что блинчики не нужен. Так, вот здесь мы переставили на холодную конфорку, а на горячую у меня плитка медленно остывает. Я выключаю, и вот здесь у меня еще водичка будет греться. Экономим электричество и тут же обогреваемся, да? Сегодня буду делать блинчики тоненькие. У меня есть такая сковорода специальная, блинная. Правда, она от удара немножко поврежденная, но, как говорится, на качество блинов не влияет. Вот печь раскочегарилась. Сейчас через минутку буду наливать блин. А здесь у меня размокает курага. Я добавлю в массу творожную, творог с яичком и еще у меня мясная начинка для блинчиков. Ты думаешь, какого размера доску или что? Нет, планки здесь такая, чтобы она не мешала. Раз так. И легло на доски. Не на эту, а на доски. Камин работает хорошо. И мы здесь принесли такие похуже дрова, потому что в этой топке можно всякие использовать. Вот такие, даже трухлявенькие. Сюда потом добавим. Хорошие дрова, березу, ольху сюда даже нет смысла забрасывать. И там будет как такая тоже нависать над этим, да? Чтобы было ходить удобно. Может, сильно не надо его, чтобы оно свисало, нет? Может, надо бровень делать? Нормально будет ходить. Метр 10 будет. Крыша хорошо туда будет стекать, не знаете, ко мне. Надо было меньше делать, если меньше, то меньше, так что этот метр 10 тогда. Метр нет. Не, метр 20 все нормально. А здесь будет меньше? Да, здесь может метр. Ну, это тоже, это метр 10. Это. Метр 15, если так будет сюда накапывать. Да, тоже ладно. А сколько это? Наличник делаешь? Ой. А? Взял уже? А, вот это коричневое? Вот этот и вот этот. Еще сверху. А из чего это такое коричневое? Это у нас такие были доски. Все нормально.
все закрывается, все хорошо. Так, просто надо было взять замок другой. Так вот поплотнее. Оно не плотно, да? Ну, так, если будет закрыто, ничего не станет. Можно на какую-нибудь эту палочку вовнутрь вставить, оно будет плотно, пока временно, да? Да, так, чик. Чик, да. А потом можно сюда побольше замок какой-нибудь такой. Сюда надо еще планочка, сюда. Сейчас тут рулетки нету. Рулетка, блин, в хате. Так, ну, надо идти за рулеткой. Да. Послушай, а мне кажется, надо эту вату закрывать наличниками, да? Здесь, да, да. Еще ее туда, нельзя на зиму. Сюда бетона надо было зацементировать, штукатурить. Не успеваю, я сейчас не знаю, мне надо быстрее крышу. Ну да. Ну еще вроде выходные не будет. Такая минус один. Если будет хороший выходные, типа. Здесь у нас топится печечка. Я могу уже спокойно здесь наступать, потому что здесь цемент. Вот эту крошку. Вот эту крошку подмести. И ну, какой-то такой тоже. Не очень-то, да. Так, чтобы как-то на чистовую сделать. Может, что-то мне положить сюда. Примыкание. А что такое примыкание? Ну, жесть сюда, чтобы. А, жесть же еще вот должна быть. Чтобы сюда не затекало. Ага. Ну, если бы был такой брус толстый, да? Или не нужен брус здесь? Да, малышек. Козичек. Хороший котик, хороший. Хороший. Что это будет? Ну, это вверх, это вниз. Закончил? Это крыша? Да. Ну, если я собью, я его не подниму. Ну да. Там надо будет как-то. Там. Что может? Отрезать повод. Может, теперь не мешает. Еще одна нога. Опережка.
Ставка. А, став. Став. Я пойду. Да. Так. Может, тебе помочь здесь? Что-то она так задралась. Не? Посмотрим здесь. Здесь мало. Для меня так она слишком выступающая. Я бы поуже сделала. Вот так. О! Все, так надо только подложить каких-нибудь кирпичей. Вот уже быстро воздуханы, а уже холодно кипает. Их не успели мы забетонировать. Ну да, мне все доску. А? Доску подать? А? Любую? Да. Ага. Надо там вот потерять. Надо там. И бить. Здесь что будет? Еще такая же, да, конструкция? Дверь. Похожая. Дверь. А, дверь. Но она же должна на каких-то столбах. Да, будет на завесах. Но только это... на завесах и все? Отсюда поднимаем чуть-чуть туда. Открываем. А вот она здесь как-то держалась, смотри, вот на этом. Да. Да? Так и будет? Ну, а там другой. Может, крюк какой. Безопасный. Уже клеща, уже не страшно. Да. Все, осталось две досочки, да? Осталось еще жести. А? Жести еще осталось. Не, ну вот эти две досочки еще прибьешь и все, да? Ну да, сейчас я здесь, а то не попаду еще. Диагональ. Еще вот диагональное ты сделаешь, да?
По-моему, правее надо чуть-чуть. Ты влево ушел. Вот сейчас нормально. Так, ну что? Надо было еще сюда больше. К этой вот наискось. Но я думал, что наискось некрасиво будет. Ну ладно, здесь жестью сделаем, какая разница. Это прямо. А, ну сейчас я не знаю, как этот щит. Надо положить. Ну сейчас посмотри. Примерно. Щит, щит, надо. Да, там получилась такая щель, да? Я сначала сделал наискось, потом подумал, что будет косой крыша. Не, наискось это обо что? Сюда просто надо узкую какую-то. Ну, узенькую туда прибить и все. Да, план. То есть планочку узенькую. Такой кусочек. И все будет хорошо. На ключик повесьте его на веранде. Так, сейчас глянем еще. Так это. Просто, чтобы снег туда не шел, да? Ну, я так примеряю. Ты, ну, да. Сколько мне надо еще расстояния? Ну, это же она не будет здесь. Это просто примерка, да? Да.